Азиатские игры в Ханчжоу, которые состоятся этой осенью, войдут в историю. Впервые в официальной программе соревнования по киберспорту. А сегодня в Макао проходит отборочный турнир. В нем участвуют команды из 29 стран и регионов мира. Моя личная цель – выиграть все матчи. И такой же план у моей команды. Для нас турнир действительно является отличной возможностью отточить опыт и усилить слаженность. Отборочные соревнования продлятся до середины июля. Участники состязаются в 7 киберспортивных дисциплинах, таких как Dota 2, Лига Легенд, FIFA и другие. Индустрия киберспорта в Азии непрерывно растет с 2018 года. На азиатских играх 2018 года соревнования по киберспорту были показательными. Это придало мощный импульс развитию всей сферы. С тех пор у нас сформировалась крепкая культура киберспорта, появились новые прекрасные игры. Доходы Китая от киберспорта в прошлом году превысили 20 миллиардов долларов. Развитие этой индустрии вписывается в планы КНР по технологическому подъему, необходимому для рыночного роста.